ты вполне молода, но о том ничем. Где-то в предместье она так и живет, вероятно, чем занята. Поверить можно совсем ничем. Может быть, к зеркалу профи, приблизив не гордый, локон непышный на разные крути плоды, или цветок чуть живой ставит кувшин узкогорлый в озере только что свежий набрав воды. Может быть, этот цветок называется розой, может быть, он ей подарен с неделю тому взрослым красавцем таким, с белой такой папиросой у городских ворот. Бог ведь за что, к чему? Все ни к чему никогда, никаких не бывает. Взрослых с цветами красавцев у ворот городских. Ну вот и плачет она, вот и кувшин разбивает. На семь шесть, Бог весть, мертвых частей таких. Может быть, этот цветок называется розой. Гера, только из-за тебя, Гера! Браво! Сарочка.